Ваше Величество! Да? Докладывайте. Ваше Величество! Ну? Мы... Яснее! Черт подери! Сейчас. Вы не на синклите астрологов! Ну? Ваше Величество, он хочет сказать, что пастух Янка... Что? Сбежал. Как? Стены целы, все на месте, а пастуха нет. Просто чудеса! Что? Должен же быть отсюда хоть какой-нибудь выход. Кто здесь? Не через потолок же все они сюда попали. Откройте! Откройте! Откройте, бабка! Кто здесь? Брата вам откройте! Всех казню, ну! Казню я всех! Ругается, будто живой. Откройте сейчас! Закройте меня! Пустите меня! Пустите меня! Ты что? В самом деле живой? Живой! 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 Только вылезти не могу сейчас! Открой! Откройте, живые! Ладно, сейчас! Живые, живые! Тоже, небось, отсюда сбежать торопишься? Ой, предали! Бросили! Ой! О, кто? Мама! Папа! Где я? Как где? Гробу. Что? Что же? Ой. А ты кто? Янка пастух. А ты кто такой? Не ты, а мы! Мы, мое величество! На колени! Тихо! На колени, холоп! Да тихо ты! Перед тобой первый дворянин королевства! Тихо! Я настоящего живого короля не испугался. А уж такого, как ты! Я и есть настоящий и живой. Вот, видел, вот. Ты как сюда попал? Я? Да. Я шел в королевский дворец Маринку мою выручать. Послал я сватов к моей Маринке. Янка! 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 Стойте! Стойте, негодяи! Отпустите меня! Врёшь, холоп, не догонишь. Увезли твою Маринку во дворец самого короля Дуремонта. Ну? Что, постой. Я и есть Дуремонтус Третий. Ты? Мы. Ты Дуремонтус Третий? Мы, Дуремонтус Третий. Стой. Ой. Как же отсюда выбраться? В самом деле похож. А кто же на троне? Самозванец и узурпатор. Обалдин, братец наш. Повелеваем принудить непокорную селянку ткать гобелены для нашего королевства. Ваше Величество, мы заставим ее. Немедленно. Неразумно это и опасно. Надо выполнять приказы короля, а ты... Не буду я здесь больше работать. Мне воли и птицы не поют. А меня разлучили женихом моим. Эка печаль. Пойми, глупенькая, во дворце будешь жить. Вкусно есть, сладко пить. А в мужья мы тебе красавца, лакея дадим. Лучше горькую редьку есть, чем с нелюбым за стол сесть.
Не упрямься, холопка. Не гневи короля, а то... Подумай. Да не боюсь я вас. Мне теперь ничего не страшно. Подумай. До завтра. А завтра поговорим по-иному. Что, замерз? Замерз, Янка, замерз. Это что такое? Может быть, мне одеть это можно, а? Давай попробуем. Давай, скорее. Выговори. Вот так. Ой, скорее. А? Вот. Ну как? Хорошо. Нет, нет, дорогая, все. Я больше с вами не играю. Хватит. Ищите дурака где-нибудь в других краях. А кто клялся в любви до гроба? Кто умолял о взаимности? Обманщик! Что такое? Кто обманщик? Ты! Я? Это вы со своим королем, папулей, обманщики. Обещали мне чудесное приданое. А теперь хотите просто так? Околпачить? Может, им попробуем, а? Давай им, попробуем. Да? Ну, давай. Ой, ну, погоди, погоди, не подниму никак. Все, готов, начали. Значит, ты любишь приданое, а не меня. И да. Да? И нет, 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 я и тебя тоже. Клянусь. Вот не сойти мне с этого места. Еще раз, ой. Еще два, ой. Еще три. И этот не помог. Три короля и никакого толку. А может, с маменькой стукнуть, а? А, пустое дело. Да и совесть, все же женщина. А что же делать? А, не знаю. Что же делать? Мы здесь голые сидим, а он узурпатор в нашей короне ходит. Ну, придумай что-нибудь. Холоп! Кто? Холоп! Что ты сказал? Виноват. Мы забылись. Больше не будем. Янка, больше не будем. Помоги. Помоги нам. Мы в долгу не останемся. Мы освободим Маринку. Ну? Слово даю. И все будут жить хорошо. Так. По-новому править будем. Все довольны будут. Даю слово короля. Только помоги. Помоги мне вернуть мою корону. Ладно, ладно, ладно. А теперь вспомни. Что? Может быть, есть другой выход? Какой? Из этого подземелья, а? Ой, 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 так по голове стукнул, что я ничего не помню. Ну, вспомни, вспомни. Попробуй, постарайся. Ваше Величество. Их Величество... Маменька! Это ужасно! Посмотри, вот! Да, маменька! Дитя мое, что с вами? Что же случилось с вами? Он сошел с места. Сошел? Куда? Ну, с места! Сказал, что не сойти ему с того места, если он любит не меня, а приданное. Что-то грохнуло и сошел. Сошел? Куда? Ваше Высочество, а где грохнуло и куда грохнуло? У выхода из подземелья. Ага. Дверью, Ваше Величество. Она как грохнет, бум-бла, и вот изогнулся. Все ясно. Там беглый пастух. Поймать немедленно. Он где-то здесь. Прошу. Туда. Вас прошу. Туда. А вас? Вот пастух, туда! Куда девался? Он статую разбил! Все равно найдем! Что у вас? Вон свет! Он там! Скорей! Ой, скорее! Скорее сюда! Иду! Скорее, говорю! Бегу, бегу! Вот. Ну что? А? Ага!
Наконец-то хоть какой-то, да, выход. Да ну, ну-ка, пусти меня скорее, пусти скорее. И я вылез. Ой, 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 не вылез. Ой-ой-ой. Ой, застрял я. Спасите, спасите меня. Пусти, пусти. Застрял я. Молодец, Мишка. Спасибо, дружок, выручил. А теперь, косолапый, поговори-ка с придворными. Не кажи, не могу. Ой, что? Ну что там у тебя? Да, застрял я. Выручай. Выручай. Давай. Меня. Давай, раз. Ну-ка еще разочек. Опа. Оторвешь ведь. Голова же у меня. Голова. Ой. Ноги давай. Ну-ка, давай. 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 Ну-ка, давай. Ой, что ты делаешь? Еще раз. Ой, что ты делаешь? Хоть задушишь. Потерпи. Задушишь. Опа. Ой, задушил ты меня. Фух. Ой. Так мы далеко не уйдем. Ой, погиб я. Что же мне с тобой делать? Делай, что хочешь. Только спасай меня. Только осталось спасай меня. Последнее средство. Какое? Клин клином вышибают. Что? Клин клином вышибают! Понял? Не понял. Сейчас поймешь. Ой, боже мой. Клин клином будут вышибать. Ты что хочешь делать? Попробовать. Ты что хочешь делать? Ты попробую. Делай. Хорошо. Это меня? А? Выдержит. Что выдержит? Расколется. Не расколется. Расколется. А я говорю, не раскалю. Голова же. Голова. Все будет хорошо. Нету.
Мы хотим кушать. Сейчас бы я во дворце ел омары, страсбургский паштет, крылышко фазана. Ну, чего ты расселся? Да так, о Маринке думаю. Ждет она меня. А я тут с тобой. Ой, так помоги, ой, как кусается крапива. Помоги нам добыть корону. А я помогу тебе, Маринке и вам, всем вам. Я на троне, а ты на конях. Оп-оп-оп. Ладно. Только бы нам появиться во дворце. Все дворянство пойдет за нами. За Доремонтус мудрым, храбрым, грозным. Придворные нас обожают. Только бы нам увидеть кого-нибудь из... Это же карета канцлера. Повелеваем остановиться. Мы желаем говорить с вами. Сейчас увидишь. Стой! Повелеваем остановиться! Кому я говорю? Остановиться перед помазанником Божьим! Что глаза выпучил? Канцлер! Чертов! Вон! Что? Что? Мы Доремонтус III! Ай! Ой! Предатели! А я что говорил? Да! Не кидают господа пирогами, а до горы ногами. Ты прав! Помазанник, мы... Божий. Янка, на тебя вся надежда. Давай рука. Помоги мне. Помоги мне корону вернуть. Все сделаю для тебя. Все желания выполню. Ну что ж, придется тебя кое-чему поучить. Что вы тянете, господа? Когда вы поймаете Янку? Да, когда? Мы устали ждать. Ваше Величество, у пастуха Янки есть сообщник. Кто? Может быть, вы знаете, кто он? Да, кто он? Ваше Величество, звезды говорят, что... Какие звезды? На потолке ничего нет. Не спорить! Не всем дано видеть звезды. Ваше Величество, звезды говорят, что сообщник Янки этот... Как его? Кто? Так вот, Ваше Величество, звезды говорят, сообщник Янки ваш братец Доремонтус III. Что? Что?
что? Белине объелся. Он в гробу! Конечно. Нет, Ваше Величество, звезды утверждают обратное. Можно проверить. Пошлите кого-нибудь. Повелеваю! Тебе? Повинуюсь. Тебе? Проверить! Да здравствует король! Уважаемые мастера-горожане и хлеборобы-крестьяне! Мы, бродячие скоморохи, хотим потешить вас, трохи! Потрудись. М? Для людей. Понял? Угу. Угу. Спасибо, братка. Что мне твое спасибо, старый холоп? Посмотрел? Гони деньги. Нету денег. Гони деньги. Нету денег. Вот могу картошечки, братка. Картошка мне твоя. Ты что, ты что? На перестань колени! Драться, я тебе говорю. А я тебе, братка, на колени. Отпусти его, отпусти. Что? Нет, у тебя определенно что-то заело. Солдат он бывший. Контуженный к тому же. Спасибо, люди добрые. Спасибо. Хлеб не вели. Спасибо вам. А возьми на здоровье. Спасибо. Вот, вот у меня несколько рублей. Вам спасибо. Я сюда. Спасибо, бабушка. Спасибо, милая. Спасибо, люди добрые. Спасибо за все. Ваше Величество. Что? Их усопшие величество. Что? До ремонта встречи. У гробу отсутствует. А где же он? То есть его там нет. Нет. Как? А где же он? Куда же он ушел? Пока неизвестно, Ваше Величество. А еще считается королевским канцлером. Ух. Ваше Величество, мне доподлинно известно, что пастух Янка и бывший король Дуремонтус III находятся... на городской площади. Вот, учитесь у канцлера, недотёпы. Да здравствует, король. Поймать? Арестовать? Что? Немедленно. Немедленно! Thank you.
деньги есть? Есть. Дай нам чего-нибудь попроще, хозяин. Юрась, подбрось там. Оставь. Спасибо, хозяин. Да подожди ты. Угощайся, братка, юшкой с перцем. Да с перцем, не с перцем, лишь бы с чистым сердцем. Эх ты. Дай сюда. Богат наш Тимошка, собака ты кошка. Корчмарю пир, а бедняку-то вир. Да как до чарки скоры, а как на поле хоры. Да здравствует король. Гарнизон, слушай королевский приказ. Доверено мне, его величеством, Абалдином Вторым, доставить преступников, пастуха Янку, живым или мертвым? Лучше живым. Да здравствует король. Лучше живым. Что? И... Лже-Даримонтуса, живым или мертвым? Мертвым! Да здравствует король! Лучше мертвым! Гарнизон, за мной! Так, раз, два, три... И дух. Ох, нам не ведом страх. Ох, нам ядра, что в горох. Эх, ох, ух, ах. Перепелка пташечка укрылась за крылом. Перепелка пташечка заснула крепким сном. А солдату некогда. Ух, чтоб он из тела дух. Эх, ух, ух, ах. Перепелка пташечка укрылась за крылом. Перепелка пташечка заснула крепким сном. А солдату некогда предаваться снам. Замкни дверь. Вот, вот. И позови стражу. Хорошо, хорошо. А теперь, король, да? Повтори свои обещания. Какие? Добрым людям. Клянусь, как только мы, король, сядем на наш трон, я буду править справедливо. Отменю все панские привилегии. Да, 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 да. Отпущу Маринку. Сыграем нашу, нет, вашу свадьбу. А тебя, Янка, сделаю
генералом. Ну какой из меня генерал? Ты лучше выполни свои обещания. Клянусь! Чтобы люди были довольны. Клянусь! И чтобы нам с Маринкой жилось счастливо. Браты, королевское войско! Если еще одну дырочку дудки добавить, то и любое желание можно Стой, стража! Погоди минутку. Попляши под нашу дудку. Поднялся вдруг шум и гам, тарарам. Крыши падали на головы нам. Мы-то думали, что землю трясет, оказалось, это пляшет народ. А для Боника смеется до слез. Покраснели щеки, уши и нос. И я додумал, радость ей подарил. Оказалось, ноги ей отдавил. По домам. Ух, порох наш неплох. Ух, был наш не пастух. Ах, будет грудь в крестах. Эх, ух, ах, ох, перетелка пташечка.
крылом. Перепелка пташечка заснула крепким сном, а солдату некогда предаваться снам. Служба королевская спать мешает нам. Эй! Ау! Ух! Ау! Янка сбежал. И я убегу. Будет вам чудо. Так. А я вот так пойду. Ну-ка. Так. А я вот так вот. А что у тебя? Я подрадуюсь. Вот так вот. Козырь и пик. Бить ты твои козыри! Па-па-па-па-па-па. Узурпатор! Сирна! Болван! Ты что, совсем спятил? Перед тобой король! Пиковый король! Снимай корону, мерзавец ты эдакой! Теперь я король! Доремонтус третий! Стража! 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 Куда? Куда? Стой! Стой, говорю! Получай! Вот тебя! Короля хотел убить, негодяй! Я король! Я первый родился! Врет! Врешь, узурпатор! Самозванец! Ах! Андрей, уйди! Ой, как кстати, дорогой тесть! Уйди! А что? Что такое? Куда? Куда это вы меня пошутили, ваше величество? Ой, вы уже переоделись. Спать уже, ваше величество. У нас? Нам? Не до вас. Это не по этикету. Я лицо неприкосновенное, а вы уже второй раз прикасаетесь. Что-то долго. Убрать! Всех убрать! Всех разгоню! Предателей! Предатели! Верный слуга трона рад возвращению короля Дуремонтуса Третьего. Свершилось, наконец. Прочь! А что я говорил? Что говорил? Что говорил, ваше величество? Мерзавец. Ваше величество, я говорил, что мерзавцы самые надежные люди при дворе. Сам знаю. Каролина! Виктуся! Не они. Взять их в монастырь! Не хочу в монастырь!
Небо звезды зажжет, это ты наш король. Радость в дом наш придет, это ты наш король. Утром солнце взойдет, это ты наш король. Засияет небосвод, вот, вот, вот. Счастье всем подарил, это ты наш король. Нищих озолотил, это ты наш король. И отец наш и брат, это ты наш король. В твою честь король сто крат. Вива! Ее величество королева Кринолина и принцесса Виктуся. За величие и процветание королевской семьи. Катуся? За ваше здоровье, ваше величество. Дорогая? Ваше высочество? Я не Катуся, а Виктуся. Ой, кто это? От кого это? Кто Витуся? Кто Катуся? Вот возьму и... Кто? Нет, вообще-то я женюсь. Кто-то? Я вот только разберусь, ваше величество. А теперь, браты, пойдем во дворец за рескриптом о свободе. Наша взяла! Во дворец! Пойдем, браты! Король Дуремонтус III просит пожаловать славного героя Янку во дворец. Сбылось, земляки! Остальным оставаться на местах и ждать нашего рескрипта. Сейчас будет рескрипт о свободе! Ваше величество, Янка, пастух. Впустить! Ну вот, король, ты на троне, мы на конях. Повелеваю произвести пастуха Янку в генералы нашего королевства. Не надо. Объяви скорее свой рескрипт о свободе простому люду и освободи мою Маринку. А мы тебя на свадьбу приглашаем. Подать пастуху генеральский жезл и регалии! Держи. Ну вот, пастух, пришел конец твоей силе. Моя? Моя. В колодец его! А теперь дудкой может управлять любой и каждый. Но если попадет она в недобрые руки... На помощь, люди! Измена! Измена! На помощь! Измена! А, теперь я заставлю под мою дудку плясать весь свет. Его величество, Дуремонтус III, повелитель всей земли, все слышали? Повелеваю казнить
убить завтра пастуха публично. Клянусь, что как только мы, король, сядем на престол, буду править справедливо. Отменю панские привилегии, отпущу Маринку, сыграем нашу, то есть вашу свадьбу. А где же Маринка? А Янка? Если б я, деточки, знала. Если б я знала. Ловушки, засады, преграды на каждом шагу. На каждом шагу. Какой парадокс, даже брату довериться я не могу. Ловушки на каждом шагу. Это дудка, а Янкина. Динги, динги, дон, как прекрасен. А нервы, как ниточки, рвутся. Враги там идут. Враги там идут. А те, что в любви мне клянутся, того и гляди, что убьют. Того и гляди, что убьют. Здесь не найдут.
Только бы успеть. Ну что, пастух, пришел тебе конец? Смог спасти тебя. Обманул меня король. Янка. Прости меня, голубушка. Прости. Прости, Маринка. Стража! Стража! Ко мне! Вы что здесь делали? Вы что здесь делали? Мы, Ваше Величество, мы принесли вам свечи. Да. Да. Свечи. Я веки, Вашему Величеству. Молодцы! Что они сделали с тобой, сокол мой ясный? Кто здесь? Кто здесь? Беги, Маринка! Беги! Они схватят тебя! Янка! Вот тутка! Маринка! Беги! Начинайте! По велению достославного, мудрого и справедливого короля Дуремонтуса III,
храброго, сильного, грозного и неповторимого. Отрубись непокорным холопам-бунтовщикам Янки и Маринки головы. Погоди, достославный король. Окажи мне свою последнюю милость. Казни по-иному. Пусть палач отрубит мне сначала руки, потом ноги, а уже потом голову. Напомнись, Янка! Напомнись, Янка! Ваше Величество, да, порадуйте нас. Можно? Продлим удовольствие. Расковать пастуха! Браво! 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 Отлично! Браво! Не верьте ни дуремонтам, ни обалдинам, люди! Не было справедливых королей! Нет! И не будет! А теперь, паны, под музыку эту, превратитесь в карточных королей и валетов! Сваты едут, 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 сваты едут